Друзья, добрый день. 2 апреля, город Харьков. Хотел с вами поговорить сегодня о сложной ситуации в Америке касательно ФРС. Касательно новости, которые выкладывал Bloomberg еще примерно где-то неделю назад. Наверное, да, я хотел видео записать, не записал. Смотрите, Bloomberg выложил такую информацию, что исторически так сложилось, что когда ставки ФРС прекращает повышать и начинает их понижать, то идет обвал рынка ценных бумаг. Мы сейчас будем говорить именно об акциях. Не касаемся биткоина, только акций. И здесь я хочу обратить ваше внимание на определенную манипуляцию. Потому что, как по мне, здесь есть некий вброс. Давайте вспомним, как исторически происходит. Как было при ковиде. ФРС всегда действовал по одной и той же схеме. Сейчас у нас вот исторически так сложилось, что ситуация очень сложная, по сути, прецедентов не было в истории. Они сейчас, при ковиде деньги печатали, да, 4 там с чем-то триллиона. Они печатали деньги, и ставка была нулевая. То есть деньги были бесплатные, и они их печатали. Что произошло в прошлом году? Они запустили программу КТ, закрыли КАЕ, да, и запустили КТ, то есть как бы начали изымать денежную массу из обращения и резко начали повышать ставки. То есть у нас есть два параллельных движения. Когда идет нулевые ставки и печатный станок, у нас рынок рос. Когда включили повышение ставок и сокращение, то есть КТ началось сокращение денежной массы, у нас пошел резкий обвал. И сокращали действительно резко денежную массу. Сейчас в чем происходит ситуация? Они спасают банковский сектор. То есть они сейчас, скорее всего, нажмут на паузу при повышении ставок. Официально КТ еще работает. Но они будут печатать, скорее всего, деньги для того, чтобы вливать их в банковский сектор. Потому что там очень большая проблема с платежеспособностью. И что у нас происходит? У нас Bloomberg у нас, получается, выпустил статью о том, что исторически, да, я уже сказал, исторически так получается, что когда ФРС ставки сокращает, точнее, нажимает на паузу, потом сокращает, то есть делает их меньше, у нас происходил обвал рынка, и исторически действительно так складывалось. Но как это работало? У нас была пауза по ставкам, ее понижение, и КТ продолжалось, то есть дальше продолжали изымать денежную массу. Соответственно, у нас происходила дефляция. И когда происходила дефляция, то стоимость активов, она уменьшалась, и действительно так и было. Но сейчас как получается? Что ставку они жмут на паузу, они говорят, что с 24-го начнут ее понижать. И говорят, что самое интересное, КТ продолжается. Но КТ не продолжается. Они вливают денежную массу, они заложили программу на 4 триллиона, там, по-моему, 4,4. То есть это такая же сумма, как было при ковиде. И вот здесь вот у нас идет вот определенный диссонанс, да, то есть противоречие там идет само себе. Они ставку якобы нажали на паузу и понижают. КТ якобы сокращают денежную массу, но на самом деле они будут повышать эту денежную массу. Понимаете, да? И Bloomberg выпускает эту информацию о том, что исторически так сложилось, будет обвал рынка, продавайте. Но сказать вам, как быть точно, я не могу. Вам нужно следить, как будет двигаться баланс ФРС и баланс деривативов банков. Ну и что будет с самими банками. Потому что даже если ставку они оставят, или даже если они ее начнут понижать, или даже тем более, если они начнут ее повышать, по сути, это уже не имеет никакого значения. Все уже зависит от того, как будет работать программа КТ или КЕ. Хотя они не говорят, они ее так не называют, они называют там по-другому, забыл название, BTFM, по-моему. Вот, то есть, поэтому смотрите туда, пожалуйста.
Собственно говоря, да, давайте уточню. Если вы будете следить именно за движением, за балансом денежной массы, только тогда вы поймете, будет рынок падать или расти. Я думаю, что это будет продолжаться до конца 2023 года, до начала 2024 года, потому что связано именно это с этим. Прошу прощения, меня просто отвлекли немножко. Связано именно с этим, потому что программа по печати на 4,4 триллиона заложена до, на год, до начала 2024 года, до, получается, февраля-марта. И вот если они ее будут использовать на полную, не будет иметь абсолютно никакого значения изменения ставки. Если денежная масса у нас двигаться не будет, а будут действительно понижать ставку, тогда мы, скорее всего, уйдем вниз по акциям. Начнется дефляция. Поймите, вот этот вот самый, еще раз повторю, дисбаланс. Базовая модель. Понижаем ставки, понижаем денежную массу. Повышаем ставки. Прошу прощения. Отвлекают. Еще раз. Понижаем ставки, увеличиваем денежную массу. Понижаем ставки, уменьшаем денежную массу. И за счет этих двух инструментов у нас происходит инфляция или дефляция. А когда они ставки держат на паузе, либо понижают, говорят, что якобы денежную массу понижают, но на самом деле ее повышают еще просто на 4 триллиона. Учите фундаментал, очень внимательно следите за движением баланса ФРС. Сейчас это самое важное. И обязательно обратите внимание, куда будут эти деньги по обратному репо. Потому что деньги могут просто прогонять через банки, пускать в госдолг, и рынок их просто не увидит. Хорошего дня.